Да. Привет. Тонаж Дуренко. А ты глотаешь их, да, тебе дрочит в лицо? Кто это говорит? Я не понимаю. Все, Гоген. Если ты хочешь представить себе меня... Господи, я настолько древняя, что я помню этого Гогена на званых ужинах. Я смотрела его. Я помню этот меня с этим адвокатом. Я как-то пытался на все эти шоу попасть, чтобы там как-то закрепиться. Ну, он как это, знаешь, такой фрик ходил. Угу. Ты же помнишь Гогена? Знаешь же Гогена Солнцева? Нет, такой мем видел и все. А, ну. То как раз самая стать засунуть себе двухлитровый термос в пизду. Ты что такое говоришь, дурак? Не звони больше! Алло. Ты его погрей в теплой воде, намажь, засовывай в пизду тихонечко. Сука, ты чувствуешь вонь-то, а? А вонь-то отхуя от твоего продукта, сука! Кто тебе номер продиктовал этот? Ты можешь сесть. Кто номер продиктовал тебе? Развратник! Адвокат сдал. Развратник! 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 Я думаю про твою крошечную дырочку. У тебя есть маленькая дырочка? Сука! Я тебе такую дырочку выкажу! Подходи, я тебе шпингалет в глаз, сука, открою! Подходи! Шпингалет в глазу будет торчать! Урод будешь! Шпингалет в глазу? Шпингалетным глазом! Шпингалет? Кто вообще использует слово шпингалет, господи? Мохнатенькая кисонька. А, он съехал, ей больше не живет такой. Кого вам надо? Кого? Мохнатенькая кисонька. Кого вам надо? Его тут нет такого. Ёжа, давай, блядь. Съехал уже? Давай, ножки, киска. Ты чего? Съехал, телефон оставил. Ты что, ты сколько тебе лет, а? Ты взрослый человек, ты что, какой-то хуйнёй занимаешься? Такие грязности говоришь в телефон мне. Зачем ты что, извращенец какой-либо нибудь или что? Зачем такие вещи унижать меня так? Кошмар, киску, говорит, расставить. Совсем же, что ли, с катушек поехал? Дурак. Сука дебильная. Что такое говоришь-то? Тёлочка с хорошей дырочкой, нет? Какая у тебя дырочка, расскажи. Нет, не дыр, не тёлочка и не без дырочки. Хватит намекать на непонятно что. Что это за разговор такой? Скисоньки, масисоньки, что это такое? Ты говоришь взрослый человек, а сам такие вещи вытворяешь в телефоне. Я бы не подумал, что такой мужик про такое говорит. Ты знаешь, вот звонят задрочки. Там еще забавно, что у него написано Сергей Доренко, или как-то написано «Русский сказка». То есть у меня такое ощущение, как будто он озвучивает, знаешь, там аудиокниги для детей, вот эти вот сказки. А потом такой... тот человек, который держит там Степашку какого-нибудь. А вот это вот там в заднице, да? Детская передача. А, так поэтому про дырочки, это травмы какие-то, я поняла. Сколько лет ты звонишь, говоришь, кисонька мохнатка. Что это такое? Алло. В смысле? Тебя соединяют со мной, что ли? Это живой человек, я не пойму. Да. Ну а смотри, зачем ты мне говоришь похабщину, унизительную грязность сексуальную говоришь мне? Это же непонятно, к чему. Ты знаешь, с кем ты говоришь? Ты влажная сучка. Я тебе такую сучку покажу, блядь! Я тебя разорву! Сука такая какая-то поганинная, рваная скрипачка, блядь! Без скрипачка? Кого, без молока, без вымени, блядь! Ты зачем унижаешь по телефону? А? Тебе придется сменить трусики. Я тебе сменю трусики, мой дорогой. Как твоя фамилия? Мохнатенькая кисонька. Угу. Махорка, махорчатый Казбек. Ты знаешь, что я знаю, что ты звонишь не из Москвы. Сигнал доходит дольше, чем я говорю. Ты говоришь по мобильному, это раз. Не из Москвы, это два. И это я уже вычислил. А все, тебе пизда, ты понял? Я отрубаю на этой самой приготовленческой доске. Приготовленческая доска? Ты знаешь об этом? Ты не сможешь набирать номер больше. Какая смешная. Дед, ты сумасшедший дед, ты ополовил. Ты говоришь мат сексуального характера, развратный. Это статейка, знаешь, какая большая? Ой, какая большая статейка говорить мат сексуального разврата по телефону. Это сексуального разврата? Это совращение называется. Ты знаешь об этом? Ну, еще раз скажи. Я тебе говорю, это сексуальное развращение... Кого? Совершеннолетних людей. Это приличных людей. Статья. А в частности, Гогена, там отяжеляющая. Отягчающая. Плюс хулиган. Отягчающая. И тебе осталось жить-то лет 5. И ты их проведешь в тюряшке. Ты знаешь об этом? Ты что, я не пойму, у тебя вроде поставленный голос, серьезный мужчина. Зачем развращать меня таким образом? Ты перепутала, малышка, ты перепутала просто.
Я мужчина вообще-то, если ты не слышишь по голосу. У тебя нет ничего ни между ушами, ни между ножками. Там пустота. Туда хорошо совать. Ой, да что ты. Ой, как ты лаконично-то говоришь. Прямо этот, тебе только книжки писать. Писатель какой-то. Может быть, это самое Минаев это или кто? Такой лаконичный-то. Писатель. Поставленный речью. А? Кто это говорит-то? Что ж ты боишься мне представиться? Сучка, шпингалет, блядь. Что ты не представился? Шпингалет — это оскорбление. Милок. Дреешься, нет, там нет. Что? Дреешься, нет, там нет. Ты что, ты в своем уме? Ты, я сейчас запишу тебя на кассету. Я тебя сейчас отнесу в прокуратуру. На кассету запишу. Порнокуратура. Телефон. Смутительные. Зачем ты это говоришь? Ты что, прописываешь меня опять на диктофон и на... интернет положишь, да? Ну, конечно. Да, интернет ты положу. Ты поэтому стараешься так. Да, он же знает, он же поэтому так и все и делает. Поэтому так он намекает. Он вот так намекает, что типа ты меня... Положишь, положи меня, да, положи интернет, меня положи в интернет меня. Обязательно. На интернет и положи. И лайк поставь обязательно. Поставишь на прослушивание, да? Товарищ, вы из балаганчика из какого? Это ты с акцентом, а я без акцента. Хуй моржовый, поганое, это самое... Блять, ну ты, ой, ты пострадаешь, я тебе из тебя делаю девочку с персиками, ты за оскорбление утреннее и за сексуальные развращения меня, ты получишь свою статью, и ты сядешь как на одну скамью с подсудимыми молокососами, которые тоже мне звонят, которые тоже это самое оскорбление запускают, но они малолетние, а ты-то взрослый, и тебе не стыдно, у тебя язык поворачивается, говорит, узкая киска там, и ты что, ты охуел или что? Мохнатенькая кисонька. Ну, они узкая. Говори, говори, больше говори, и все прописывается сейчас, знаешь, на ФСБ, ФСБ! Все, уже ушла. Типа адвокат. Все, уже ушла на ФСБ. Знаешь, да? Просто пошел уже на вертушку писаться. На ФСБ. Говори! ФСБ сейчас подъедет к тебе. Тебя порут! Порут твою мехнатку гребаную! Охотечка твою! Разорут к ебаной матери! Ты у меня будешь! Очень будешь у меня! Ты понял это? Просто очень-очень будешь. Конечно, сучка, конечно, нормально. Всё, вот я тебе сказал, жди, сучка, жди, сейчас тебя приползут крокодилом нахуй на твой сажать. Алло, здравствуйте. А вот сейчас звонил вам мужчина, какой-то извращенец, да, звонил вам на телефон? Кто говорит? Это его знакомый один. Дальше что? Зачем вы ему предлагали кисоньку свою потрогать, пощупать? А ты ему сам языком простату его пощупай, и нормально будет вам весело тогда. Нет, нам грустно. Нет, будет весело. Ты просто плохо трогаешь, ты подальше туда языком втыкиваешься в задницу. Это Сергей Доренко был. Вот я соединил тебя с Сергеем Доренко. Я не знаю, кто это такой. Ну, это известный очень обозреватель политический. Они все известные, только в жопе все почему-то сидят, еще ёбки ебаные. Сейчас я соединю еще раз, ты ему попытайся... Не буду я с ним разговаривать. Он и больной человек, он, мне его очень жалко, он состоит на учете в психдиспансере. Он очень известный на районе алкоголик и псих. Он известный. Ты говоришь, что не знаешь его? Уже знаю. Секса просто давно не было. А это и видно, это занятно. Он очень волен, что я могу посодействовать в учетнице, чтобы его на учете держали как следует. Думаешь? Конечно, он больной человек, он такие вещи говорит. Ты что, не чувствуешь по его манере разговора, что он очень болен, очень сильно, он психически расстроен. Ну, сейчас попробуем с ним связаться. Просто он на радио ведет, у него передача своя. У меня не работает радио, я не знаю. Не хочет он разговаривать, видимо, он совсем... Ну, он тазик, наверное, себе засовывает. Скайп, звук какой-то был. Он говорил, тазик засовывает, наверное, он себе туда тазик засовывает, смученный.